На пушке живут, да? 20 или 30 колонн подпорки поставлены под бетон, видишь? Ага. Это, наверное, основная насосная воду, которая качала. На рассол не похоже. А на рассол, ну да, не знаю. На рассолах там в бассейне видны до сих пор эти остатки. 10, 11, 12, 14 колонн по кругу, и там 4 всего. О, все же бетон. Бельгийцы, вы здесь? Люцифер, выходи. Да. Там ходят по крыше монтажники. Мы на Волчьяровском пункте перекачки соли и воды для Донсоды Лисичанской. Марлю несколько слоев и клеили вот эти кусочки все, а потом уже на... А, то есть они на земле делали, не, да, сначала? Не, танцевали зад на той стороне на земле. Не на земле, в каком-то зале. На, ну, на полу была картинка, все они выкладывали, да. Ну, понятно. Аракелов, Бурис, на старшего, а там Дима, ну, тихо, по фамилии не помню. А там это... А как же... А сам художник, не помните фамилию художника? Ну, по-моему, это Аракелов. Там даже написано Аракелов. Надо сфотографировать. Там, по-моему, должно быть на панно. Где? Внизу подпись есть, фамилия где-то, да? Где-то там должно быть. А, ну поищем. Так а как же его, если на полу сделали, на марле? А как его потом? Фрагментами. А, да, фрагментами. А, то есть маленькими кусочками. Я понял. А вы думаете, найти можно, да, идти? Да, видно. Ну, я а понял. Там же видно квадраты. Mm-hmm. Да, а. Квадраты будут. Да. Мы сейчас крупно смотрим и дело 5 человек. Бригада. А то меня спрашивают, кто автор. Ну, да, да, я не знаю. Это вот смальта, которую делали на этом заводе. Из этой смальты мы сейчас пойдем смотреть. Выложены на фронтоне. Потому что даже на панно. На фасаде выложены два панно. Одно космонавты, а второе там Ленин и кто-то еще, братья, по партии, его сейчас закрыли. А кто его делал, нашли фамилию. Ну, они москвичи.